уникальность сада Крокуэн в его неповторимости и в том духе, который был передан еще в самом начале 17 века основателем этого сада, который был посвящен его жене. Неспроста название сада переводится как «последнее отдохновение души». На достаточно небольшой территории представлены самые разнообразные виды японских пейзажей, сопряженные с той энергетикой, которая рукотворным способом передавалась людьми будущим поколениям. Этот сад очень многое связывает с различными боевыми искусствами. На одном из самых высоких мест, искусственном холме, который имитировал пейзаж Осаки, стоял восьмигранный храм Хаккедо. В 1923 году он был разрушен одним из крупнейших в истории Японии землетрясений, которое почти полностью уничтожило Токио. Основание этого храма осталось. Энергетика этого места такова, что практически все наши делегации, которые приезжают в Японию, отрабатывают на этой площади самые разные ката. Причем вне зависимости от стилистики, которую практикуют представители тех или иных боевых искусств. Места силы, которые были созданы человеком или созданы природой, обладают абсолютно неповторимым ощущением. И той энергией, которую человек, погруженный в искусство, ощущает на этом месте. В нескольких школах, в том числе и в нашей школе, есть ката, которая называется Хаккедо – восьмигранный храм. Восьмерка в традиционной философии означает бесконечность. И Хаккедо, или колесо, или непрерывное движение, восьмигранное или восьмиобразное движение оружием, сопряжено с бесконечностью Вселенной, в которую погружается адепт при глубоких и серьезных занятиях боевыми искусствами. Другое значение хакке – это гармония. Восьмерка ассоциируется с гармонией, когда внутреннее и внешнее, иньское и яньское, темное и светлое, ночное и дневное, черное и белое, плохое и хорошее, в равной степени стабилизированы, и создается то не всегда понятное, но всегда четко ощутимое чувство гармонии, которое сопровождает человека или то действие, которое он осуществляет. И вот эта гармоничность позволяет найти иногда нестандартные, иногда очень оригинальные решения, которые позволяют мастеру развивать полученное учение, представляя его в качестве хэнкавадзе, а в будущих поколениях это хэнкавадзе становится классикой.
Другое сильное место – это район Красного мостика, рядом с которым находится философский домик Токуандо. В этом домике владелец данного сада, член клана Токугава, глубоко постигал философию. Он не был сёгуном, но, будучи представителем правящей элиты, он мог позволить себе в уединении достаточно серьезно и долго практиковать дзен-буддизм и проникаться теми философскими истинами, которые проповедовали мудрые и опытные наставники, находящиеся рядом с ним. Сад очень разнообразен, в нем есть равнины, горы, есть рукотворные озера. И проходя по саду, подпитываешься той неповторимой силой, которая позволяет тебе продолжать начатое дело. Небольшой отход от сумасшедшего графика современной городской жизни способствует маленькому погружению в глубокие основы философии, которая не требует сложных и многогранных фраз. В тишине, в звуке стрекочущих цикад, в ауре раскрывающихся весной цветков сакуры позволяет проникнуть в ту неповторимую ауру отдохновения, спокойствия и философской осмысленности, которые должны сопровождать любого человека на протяжении всей его жизни. Камакури, которая была столицей первого сёгуната, очень многое связано с историей боевых искусств. Мы находимся на пороге одного из самых старых дзен-буддийских храмов, который был создан еще далекими предками первого сёгуна Минамото Яритомо. И в более позднее время назван храм под белыми флагами. Белый цвет был цвет клана Минамото. Этот храм был заложен в 734 году нашей эры. И очень многие знаменитые воины, особенно в период первого сёгуната, посещали его для того, чтобы воздать должное японским богам синтоистского пантеона и для того, чтобы подпитаться той энергией, которая необходима им для военных действий. Храм оригинален и за все прошедшие века он многократно реставрировался и до сегодняшнего дня несет ту первичную энергетику, которую закладывали далекие предки японских сёгунов первого поколения. В этом храме великолепно проходят медитативные практики, и люди, которые занимаются боевыми искусствами, прекрасно подпитываются необходимой позитивной энергией для интенсивных и целенаправленных тренировок.
Вот это и есть тот знаменитый храм под белыми флагами Сугимото Дэра, о котором мы говорили, находясь у самого порога этой долгой и древней лестницы, по которой прошли миллионы поколений японских самураев. Храм уникален, он фактически висит в воздухе. Храм полностью сделан из дерева, стоит на сваях. И таким образом дерево не гниет. Каждые 30-60 лет определенные деревянные конструкции в храме заменяются. И каждые 150-200 лет проводится генеральная реконструкция здания, при условии, что старые элементы всегда должны в храме сохраняться для того, чтобы передавать необходимую энергетику. Это один из немногих храмов, который посещался и посещается императорской семьей, которая отдает должное истории, философии и культуре данного храма, являющегося одним из первых дзен-буддийских храмов на территории современной Японии. В этом храме совершенно неповторимая внутренняя аура и атмосфера. И любой адепт, занимающийся боевыми искусствами, прекрасно ощущает эту ауру, попав внутрь данного здания. Все представители наших делегаций, которые приезжают на интенсивные тренировки в Японию по самым разным направлениям боевых искусств, проводят здесь определенные сеансы медитации, что позволяет подзарядиться для интенсивных тренировок со строгими японскими наставниками. С давних времен боевые искусства развивались практически у всех народов. Отличие Японии заключается в том, что они сумели сохранить традицию боевых искусств как историческое явление и как культурную традицию своей страны, пронеся ее через века и сделав одной из составляющих частей многогранной японской истории. Особенно традиционные боевые искусства были развиты в период Сенгоку-джидай, воюющих царств или воюющих провинций, когда болезненные процессы развала японского общества на отдельные княжества преломлялся через жесткое силовое объединение страны. Начал этот процесс Ода Нобунага, который вклинился в противостояние между сильными кланами тогдашней Японии и постепенно перенял пальму первенства, завоевав практически всю Японию и даже вернув на правящее место последнего представителя сёгуната Асикага. Впоследствии Асикага стал не нужен Ода Нобунага, и он даже замахнулся на главенство императорской власти, что было одной из причин восстания близкого ему генерала и преждевременной смерти Ода Нобунага. Верный последователь и слуга Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, закончил этот процесс и фактически стал полноправным правителем. Впоследствии, после его смерти, после небольшой кровопролитной междоусобной войны, власть перешла к представителям фамилии Токугава и продержался этот сёгунат до революции Мэйдзи, до 1868 года. Именно с приходом к власти Токугава начинается новый этап развития традиционных боевых искусств Японии. Именно нежелание подавлять многочисленные восстания способствовало тому, что, начиная с первого Токугава, семья сёгуна уделяла огромное влияние воспитанию и оккультуриванию военного сословия. Именно в этот период очень активно стало внедряться в массовое сознание японского самурайского сословия образование. Образование в тот период заключалось не только в изучении грамоты, грамматики, развитие письменности, умение писать короткие стихи, умение писать исторические заметки, приобщение к искусству чайной церемонии. Но даже развитие боевых искусств было жестко регламентировано соответствующими указами правящего сёгуната. Регламентация подвергалась практически все. Большинство сегодняшних школ и айдо продолжают традицию Токугава. Было жестко регламентировано, что японская катана имеет длину от 62 до 75 сантиметров. Длинные клинки
более 80-82 сантиметров, особенно такие клинки, которые имели расстояние от кисаки до цубы более 86 сантиметров и относились к разряду дачи или о-дачи, были разрешены только определенным кланам, которые были родственниками или союзниками Токугавы еще до знаменитой битвы при Сэкигахара. Школа Мусодзикидэна Исинрю направления Ямаутиха сохранила право заниматься с длинными клинками. Благодаря именно этим элементам семья Ямаути, которая впоследствии заимствовала мон Такинака, сохранила право владения длинными клинками камакурского периода и работу с ними вплоть до 20 века. Очень интересный момент, связанный с развитием боевых искусств в период после Второй мировой войны, характеризуется тем, что Коно Канемицу, тогдашний глава школы, получил право развития и работы с шенкеном, с боевым японским клинком, сразу после окончания Второй мировой войны. Тогда как большинство других школ только в конце 50-х годов, после 53-56 года, получили право работы с Иайта, и только в 60-х годах получили разрешение от американских оккупационных властей работать с боевыми японскими клинками шенкенами. Период правления Токугава называют золотым веком развития школ боевых искусств. Вот там.